Все. Ну вот теперь видно, отремонтировали. Что, тебя не видно? О! Вот теперь отремонтировали, да? Отремонтировали, в другое гнездо поставили, и все, Сергей сказал только. Ты где-то еще внизу-то лежишь, одна в нос где-то, отстренись. Рай, иди подвинься сюда. Ну все, больше говорить-то не о чем. Ну все хорошо, мы сейчас проповеди слушаем о последнем времени. Ну, вон, конечно. Рай, все. Какое о наше чипах... время? Мы свое отжили уже, все. О чипах, так да я... там... Игнатий Тихонович. Подвинься еще. Я вижу ее, вон она сидит, Раиса Дмитриевна. Знаете, Игнатий и Тихонович. Ой. Я и говорю, что мы-то эти чипы не будем ставить. А вот кто не готов, так это манить поставит их. Ну, что сделаешь. Надо соглашаться со всем, что Бог дает, и уповать на его милость. Так если кто Бога знает, а если кто не знает... А вот послушай, сейчас я ему включу одно место, одно стихотворение поется. Слушайте внимательно. Пускай Раиса поближе сядет. В суровых горах, одиноко меж скал, дуб гордую крону свою подымал. Столетия святое порытой прошло, как бурею сена туда занесло. Немало он видел на долгом веку, и бури, и бронзы, и зной, и бурны. Не раз свои ветви к земле он склонял, небо с тоской о пощаде взывал. Новый стоял дух, и как воин был он, изранен и смущен, со шрамом корой, один на вершине, надменно стоял, и листья задумчиво пропасть ронял. И гордость тогда одолела его. Нет крепче меня на земле никого. Невзгоды все вынести сам я сумел. Заносчиво он над ущельем шумел. Сверкнула вдруг молния, ударил гром, и дух пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо, борца своего, что долгие годы хранила его. Прогневал thank you.
подымал. Теперь же побежье, вот пепел и прах. Теперь же по свету несет его край. Каким бы талантом ты, друг, не блистал, какой бы ты силой хвалиться не стал, ты в Божьих руках, и во всем он помог. Но гордым запомни, противится Бог. Да-да. Ой, здорово вообще. И как подобрали, да. Какой голос. Да. Гвардецели Тамара это поет. Юность моя, ты гори, не сгораю. Примерно так. Выкладывает всю силу. Вот такой дуб гордый был. Равных никого нет ему. Прогневал небо, которое хранило. И он погибает. Какой это пример? Вот у нас костер в детском лагере. И там на костре встал один и рассказывает это стихотворение. Мы его знали, но мотив мы не знали. Слушай, какая-то Литвинова, что ли, какой-то, я не знаю, толком не нашел. И он рассказывает. Столетие седое с поры той прошло, как бурею семя туда занесло. Вот это надо просто услышать. В суровых горах одиноко меж скал дуб гордую крону свою поднимал. Столетие седое с поры той прошло, как бурю семя туда занесло. Немало он видел на долгом веку и бури, и грозы, и зной, и пургу. Не раз свои ветви к земле он склонял и в небо с тоской о пощаде взывал. Но выстоял дуб, и как воин былой, изранен, измучен, со шрамом корой, один на вершине надменно стоял и листья задумчиво в пропасть ронял. И гордость тогда одолела его. Нет крепче меня на земле никого. Годы все вынести сам я сумел. Заносчиво он над ущельем шумел. Сверкнула вдруг молния, ударил тут гром. И дуб пораженный покрылся огнем. Прогневал он небо ищ Творца своего, что долгие годы хранило его. В суровых горах целый век между скал дуб гордую крону свою поднимал. Теперь же повержен в пепел и мрак, и ветер по свету несет его прах. Каким бы талантом ты, друг, не блистал, какой бы ты силой хвалиться не стал, ты в Божьих руках, и во всем он помог. Но гордым запомни, противится Бог. И вот этот человек, который считал это стихотворение, вы его знаете, Саша Муха, он считал с таким выражением его. И когда он считал, я смотрел и подумал, ой, не про свою ли жизнь ты это считаешь? И так и случилось. Полная катастрофа. Полная. Потерял православие, ушел к сектантам, пошел дальше, дальше, и сейчас один дома сидит. Полностью все потеряно. И в духовном, в нравственном, во всем. Смерть, одна смерть осталась. А теперь нашел падших, где-то ездит к ним, выдает себя за священника, ломает хлеб, причащает. И ты знаешь, у кого это и где. Да, да. Вот. Думал ли этот дуб? Ой, никого не хотел слушать. Как-то пришел у батюшки, он спрашивает, тополек спилить, а у нас по уставу не положено. Пилить деревья внутри деревни, надо спросить старосту или батюшку. А батюшка говорит, он внутри, прям около дома растет, за домом там, в проулке. Его не надо бы трогать. Он сразу, тьфу, перед батюшкой, когда вы вроде передохнете, Лапкины. Батюшка говорит, ты плевки потом все эти соберешь отдельно. Ты бы, говорит, так плюнул где-то перед мулой, тебе бы голову на штакетник повесили. Он никакой меры не знал в беззаконии. И все. И да. Только один прах по ветру несет. А он мне был самый близкий. Я его снабжал всем. Он поехал где-то, я нынче буду вести занятия где-то. Я его нагрузил. Я ему, не знаю, наверное, полтонны дал, литературы разные-то. Только спросил, а куда ты людей-то поведешь? Ну, я буду знать, как, куда. Ты, в первую очередь, должен указать. У нас храмы Московской Патриархии,
веди туда, в любой храм. Людям-то указывай где. А начало перестройки было-то. Никуда. Отдельно сейчас совершенно выродился. От баптистов там увел, говорит, молодежи сколько, а потом заметили за ним опять же нарушение 7-й заповеди, и там вы выгнали. И все, остался один. Полностью все крушение. И вот это стихотворение о гордом дубе как раз и говорит. Все, сестры. Выключаем. Ну, спасибо, Христос. Ага. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. Слава Христу, я рад за вас. Вам хорошо. Не расставайтесь. Давайте.